Однажды каждый приходит к пониманию того, в каком доме он хочет жить. Ведь интерьер – это не просто мебель, отделка, аксессуары. Интерьер – это воплощение внутреннего мира, стремление к гармонии и комфорту. Создание такого шедевра сродни написанию картины. И писать ее должен непременно мастер. Палитра оттенков завораживает, эргономичность удивляет, грамотные акценты вдохновляют на творчество. Изображения уже готовых интерьеров помогают определиться с тем, какому дизайнеру доверить свой дом, но копировать даже частично готовые образы не стоит, ведь ваш дом должен быть неповторимым, как и ваш внутренний мир. За предоставленные материалы благодарим студию дизайна Ольги Железновой.